Отсутствие выплат взбудоражило многодетные семьи Пермского края. Речь идет о пособии в размере одного прожиточного минимума для семей, где родился третий и последующий ребенок. Величина такого пособия более 11 тысяч рублей – немаленькая сумма, на которую многие рассчитывают. Всего на эти пособия выделяется 1,5 миллиарда рублей. 1 миллиард приходит край из федерального бюджета, а 500 000 – из региональной казны. Министр социального развития Павел Фокин пояснил, что в четвертом квартале выделенных средств будет недостаточно. В этом причина задержки выплат. 18 октября правительство Российской Федерации подписало распоряжение о выделении дополнительных средств для тех регионов, где в этом есть потребность. 28 октября в Пермский край поступило дополнительное соглашение, на основании которого деньги поступят в регион. Федеральное финансирование мы ждем со дня на день. В министерстве пообещали, что выплаты за октябрь поступят до 10 ноября, а за этот месяц до 26 ноября.